Для определения лучших номеров и выявления победителей создано жюри в следующем составе. Карев Сергей Александрович, замглавы районной администрации. Председатель жюри. Фролов Павел Васильевич, зам. Отдела культуры администрации района. Зам. Председатель жюри. Член жюри. Киляев Николай Никифорович, директор музыкальной школы. Баранов Анатолий Иванович, художественный руководитель районного художественного школы. Шкоркин Евгений Михайлович, директор районного дома культуры. Левченко Ольга Федоровна, инспектор отдела культуры. Фролов Юрий Павлович, зав. Методическим центром отдела культуры. Пестунова Валентина Николаевна, сотрудник районной газеты «Маяк». Выступает коллектив художественной самодеятельности Черноярского сельского дома культуры. Хормейстер Наталья Душанова. Художественный руководитель и концертмейстер Андрей Авдеев. Программу открывает народный коллектив «Хор русской песни». Композитор Абрамский. Слова Кузнецова. «Я иду по земле доброй». Исполняет женская группа хора.
Село родное. Поет Наталья Душанова. Конкурса «А песня русская жива»?